Вы хотите путешествовать каждый день? Вы хотите посетить различные уголки Европы? Тогда оставайтесь с нами, и мы покажем, как это сделать. Вот прямо сейчас мы можем совершить романтичную прогулку по Венеции. Италия! Но это еще не все. Сегодня мы удивляем вместе с компанией «Марианна», вместе с лидером российского рынка текстиля. И сегодня мы получаем не только путешествие, мы получаем новый интерьер, но еще и подарок – покрывало. Это уникальный бренд «Марианна», который еще и получил награду именно за шторы из декоративного шелка. У них есть награда за это. Да, и наш сегодня комплект Венеции отправится к вам за 2999 рублей. Напомню, цена эксклюзивная, потому что у нас час бренда. Ну, Арин, а я хочу сказать, что такие шторы, как Венеция, они не только создадут действительно красивое убранство в интерьере, но они еще и расширят пространство. Посмотри на эти голубые оттенки. Да, на этот необычайный город. Такая глубина образуется, что действительно визуально наша комната становится просто больше. Поэтому, если вдруг у вас есть такая проблема, как небольшая комната, достаточно темная, вот оно решение. Решение шторы Венеция из декоративного шелка. Слушай, но мы продолжим путешествие? Да, продолжим удивлять наших телезрителей. Вот такая улица, вот такой город может возникнуть и в вашем интерьере. А это Лондон. Вы мечтаете о путешествиях? Вот, пожалуйста. Да, прямо сейчас вы можете совершить путешествие по Туманному Альбиону. Лондон – мечта каждого. Я мечтаю, Рин, побывать в Лондоне. Я знаю. Но, знаешь, я, конечно, как эксперт хочу сказать, что это не только путешествие. Это действительно очень стильный интерьер. Вы можете украсить таким комплектом штор свою гостиную, свою спальню, свою детскую комнату. Вот я для своей подруги Юли выбрала уже подарок. Она у меня очень любит Лондон. И именно такой подарок я ей преподнесу. Но я же получу в подарок еще и покрывало. Да, Катя, а знаешь, что я придумала? Отличное решение, допустим, покупать сразу комплект, две штуки сразу. Венецию вы, допустим, вешаете в свою гостиную, а Лондон, допустим, в спальню. На этом путешествие у нас не заканчивается. И далее у нас город любви, город романтики. Но это мечта каждой женщины. Вы только посмотрите, какая это красота. Ведь это Париж, всеми любимый Париж. Вот только представьте, каждый вечер, возвращаясь с работы, может быть, вы устали или вам испортили настроение, вы садитесь в кресло и наблюдаете эту красоту. Кать, вот честное слово, волей-неволей повышается настроение. Ну а если еще, когда вы делаете заказ, вам дарят подарок к 8 марта, то это совсем потрясающе. 2999 рублей за билет в Париж, Венецию или Лондон. Венеция, Лондон и Париж. Но вы получите ведь еще и покрывало. Арина, но я хочу отметить, как эксперт, конечно же, качество наших готовых комплектов штор. Ведь это декоративный шелк. Именно за декоративный шелк компания «Марианна» получила свою награду. Это, конечно же, показатель качества. Но что очень важно, декоративный шелк, Арина, в отличие от натурального, да, обладает высокими износостойкими свойствами. Они не боятся прямых солнечных лучей, то есть, значит, шторы не будут выгорать. Я помню, ты рассказывала, как у твоей подруги выгорели шторы за сезон. Да. Вот, а со шторами Венеция, со шторами Париж и со шторами Лондон такого не произойдет. Ведь у них снутри, с изнаночной стороны, защита, специальная защита белого цвета. Именно поэтому шторы не выгорают. Это самое приятное. В химчистку мы ходить не будем. Итак, вот такой вот Лондон вы можете посетить просто с помощью одного бесплатного звонка. Да, вы можете создать свой изысканный интерьер, стильный интерьер, ведь это брендовые шторы, а компания «Марианна» создает только модные тенденции. Они следят за мировыми трендами, и, что очень важно, получают еще, Арина, и дипломы, и награды. Более 7 лет компания присутствует на рынке и уже занимает лидирующие позиции. А вы только представьте, вы только задумайтесь, как преобразится ваш интерьер, как он наполнится
наполнится сиянием еще декоративного шелка. И что очень важно, Арин, увеличится пространство за счет блеска, но и за счет самого дизайна. Будет, знаешь, создаваться такая глубина. Да, я согласна. Когда смотришь на шторы и видишь эту перспективу, как будто комната продолжается дальше, да? Как будто это небо увеличивает нашу жилплощадь. Согласитесь, это всегда актуально. Да, Арин, абсолютно верно. Но для меня, как для эксперта, конечно, важно, чтобы не только был красивый дизайн, но чтобы еще и было качество. А вот декоративный шелк, как я вам говорила, отличается высокими потребительскими свойствами. Что очень важно для штор? Важно, чтобы они служили долгое время, да, и не выгорали. Потому, да, что натуральный шелк, он боится прямых шелковых лучей, но никак не декоративный. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Посмотрите, вы видите матовое такое белесое полотно. Именно оно защищает нас, чтобы наши шторы, Арина, не выгорали. Просто, а можно сказать, знаешь, такой имеет светоотражающий эффект. Да, Катя, я согласна, это очень важный момент. У моей знакомой был случай, она повесила новые шторы, и у нее солнечная сторона. Ну и что ты думаешь, за один сезон буквально у нее выгорели шторы. Очень неприятная ситуация, ей пришлось снова идти в магазин, снова заказывать шторы. Вот так вы можете изменить свой интерьер. Ну только представьте, к вам придут гости и окажутся в один миг просто в другой стране. Да, только представьте, без ремонта, буквально за 15 минут вы полностью преображаете интерьеры. Что самое главное, что шторы Лондон подойдут в различные интерьеры. И в классические, так, и современные, и в темные, и светлые. Это стильное решение для вашего дома, но главное, что решение не одно. Ведь вы получаете еще в подарок покрывало. Слушай, это потрясающе. Я обожаю подарки. Особенно, когда вы делаете свой дом более уютным, более стильным, более модным. Еще и в подарок вы получаете покрывало. Да, абсолютно бесплатно. Сегодня вы именно получите такой подарок. 2999 рублей. Вы можете уехать в Лондон прямо сейчас. Сегодня вы ничего не платите. Сегодня вы просто резервируете наш комплект штор. А оплата будет происходить на почте в вашем городе только при получении.